Но я хочу, девочки, вам показать, какая у меня тыква в этом году на огороде наросла. Муж сегодня с огорода принес в одной ладони. О, посмотрите, какая тыковка. Ой, сейчас, девочки, вам покажу. Посмотрите, на целую ладонь одна укатилась. Вот такая тыковка. О, и смех, и слезы. О, видите, вот эта тыква. Вот это урожай в этом году. Все повысыхало у нас. Все, что можно. Тыква и та не наросла. Но я, друзья, пройдусь по огороду и покажу, какая тыква у нас наросла. И что у нас вообще происходит на огороде в начале сентября. Маленькую тыковку я вам показала, которую муж принес в ладони. В ладони. Пришла на грядку, девочки, со своей тыковкой. О, видно вам или нет? Сейчас покажу, что у нас наросло здесь. Ну, а вот это у нас грядка с тыквой. О, какие шарики, девочки, понарастали. В этом году тыквы, можно так сказать, и нет. Вернее, она есть, но очень-очень мелкая. О, видите? Ой, на целую ладонь, девочки. На ладонь. Вот такая тыква почти вся. О, что с нее делать, не знаю. Вот это побольше. Есть вот такая тыковка. Ой-ой-ой, что происходит. Мелкая, в основном мелкая, девочки, тыква. Вот такая есть. Вот такая. Вот такая. Вон там спряталась. Ах, вот такие шарики. О, на целую ладонь тыковка наросла. Это огород лентяйки. Лентяйки. О, видели, какая тыковка? Кошмар, что происходит. Все поросло травой. Вон какая полосатенькая есть. Есть вот такая красивенная. Оранжевая. Мелкая, девочки, совсем мелкая. Есть вот такая длинная. Сорта не знаю. Здесь, наверное, сортов 5 или 6 разной тыквы. Вот такая. Но на соке мне будет. Хочу сделать в этом году тыквенный сок с апельсином. Делаю каждый год на зиму. Такие соки у нас очень любят все. Вот такая. Вот такая полосатенькая есть. Ой, кругленькая. Сушь на огороде у нас, девочки. Очень-очень сухо. Все повысыхало. А вот здесь молоденькая еще. Еще растет. Красавица. Очень-очень сухо у нас. Целый месяц дождей нет, девочки. Ой, вот такая полосатая есть. Вон такая красивая. Вот такая. Это большая, девочки, большая. А это мелкая. Здесь вон какая красивенная. Здесь тоже не знаю, какой сорт. Вот эти желтые. Вон там, вон там. И вон там. Видите, какая грядка у меня с тыквой. Если бы она наросла, девочки, было бы много ее. Но она меньше, чем футбольные мячи. О, что происходит. Ой, что происходит. Ну, на соки нам хватит. А у нас жара и пекло. Сентябрь месяц. У нас каждый день 30-32 градуса тепла. А тыковка еще даже цветет. Правда, пустоцвет. Правда, пустоцвет. Здесь он почернело. Наверное, сгорело. Вот так. Показала вам свою грядку с тыквой. Ну, а теперь, девочки, покажу наше поле с картошкой. Там вон тыковка тоже еще лежит. Муж не заметил. Надо забрать. Тыква сама сейка. Сама насеялась. Сама здесь и выросла. Вон какая. На целую ладонь. У нас поле с картошкой. Муж уже скосил. В выходные будем копать картошку. Правда, уже трава наросла по новой. О, видели, что творится? Свеколку свою покажу.
Все повяло, все посохло. Вот эта грядка со свеклой у меня. О, что происходит. Сорт цилиндра сажала. Ну, наросла неплохая, вы знаете что. Но не везде. Ну, не везде. Эта грядка у меня с этой, со свеклой. О, видите, несколько рядов свеклы вообще нет. Высохла вся. Высохла вся морковка. Девочки, вот это моя грядка с морковкой. О, что происходит. Сушь, морковка идет в свет. Я не успеваю вырывать. До засухи, девочки, морковка вся цветет. Хоть мы и поливаем, стараемся поливать, но, девочки, земля очень сухая, быстро пересыхает, так как ежедневно у нас 30-32 градуса жары. Вот это вырвать морковку это надо. Ой, ее не потянуть. Ой, попробую, девочки, вырвать. Ого, не вырвала. Ну, пускай сидит. Может, отковыряю. Девочки, она плохая, она уже будет твердая. Сейчас попробую вытянуть к земли. О, посмотрите, какая здоровенная морковка. Но она твердая. Пищу она уже не годна. Выброшу. Такая грядка у меня, девочки, с морковкой. Ой. Еще грядку одну покажу. Здесь тоже свекла. Все сухое. Видите, все повяло. Все повяло. О, какая. Не пойми, какая. Наверное, вялая. Девочки, вялая. Повявшая полностью. Посмотрите. Только на выброс. Вот что с ней. Кошмар, да и только. Ой, до зимы все высохнет. Тут потрескалась вся свекла. Одна сушь. Вот это еще грядка у меня с морковкой. Ой, вот такая, девочки, у нас погодка. Все сохнет, все высыхает. А сегодня еще порывистый ветер у нас. Но я, девочки, еще картошку нашу покажу. Вот это поле. Ну, загончик такой. Это у нас картошка здесь посажена. Ой, а я сяду за сарай. У меня здесь лавочка, где я люблю сидеть. Вот это тоже у нас картошка. Муж все покосил, как я уже сказала. Но снова наросла трава. Траве-то нипочем, прет и прет. О, вот такие облака у нас. Сейчас вечер, 6 часов вечера. Облако интересно, да? 6 часов вечера. Все повысыхало. Вы видите, что творится. Кстати, вон там тыква. Я туда не пойду. Наросла самосеем посреди огорода. А забор это разваленный. Соседский, не наш. Не наш. А то мне пишут постоянно, почему вы не поремонтируете заборы. Ну, а вы ремонтируете соседские чужие заборы за свои деньги? Я думаю, нет. Да, у нас вот так все поросло травой. Вид, конечно, не для слабонервных. А то сейчас снова будут писать. Лето пролежала, просидела, проспала. Да, девочки, сплю, отдыхаю лето. А за меня, кто работает, наверное, вы приходите здесь и пашете. Вот такое у нас поле. Будем копать картошку. Ну, а картошка, девочки, наросла. Неплохая, посмотрите, какая ботва толстая. Ботва неплохая. О, даже ямка какая-то. Здесь кто-то живет. Кстати, муж косил картошку. Столько мышей вылазило. С-под травы. Ну, картошка, конечно же, была вся в траве у нас. Вся в траве. Ну, а картошку мы подпахиваем мотоблоком. У нас свой личный мотоблок есть. МТЗ Беларусь. Вот под него будем подпахивать картошку. Кто смотрит мои видеоролики, тот знает, конечно же. Кто смотрел. Ну, а кто не знает, кто только подписывается на мой канал, вот решила вам рассказать, как мы будем копать свою картошку. Еще тыковку вам покажу. Покажу одну тыковку, с которой с нами поделились весной семенами.
Муж, правда, ее здесь заложил, травой косил. Вот эта, девочка, итальянская тыква. С нами поделились весной итальянскими семенами. Правда, она мелкая у нас наросла. Она должна расти в 2-3 раза длиннее, чем вот это, что у нас наросло. О, видели? Зеленая. Я не знаю, она сладкая или она не сладкая, или она кормовая. Внутри желтенькая была. Муж одну тыковку поросенку давала нам внутри, девочки, желтого цвета. Ну а сейчас, девочки, покажу вам тыкву, которая у нас выросла среди огорода самосеем. Зимы оставались семечки с прошлого года. И вот эти семечки, девочки, выросли, проросли. И вот такая тыква на картошке. Прямо на картошке наросла. Вон сколько ее наросло. Здесь. И вот там. Наросла крупнее, чем, девочки, я сажала. Поэтому тыкву можно даже и не сажать. А ждать, пока она сама зайдет на огороде и вырастет. О, какой бугай. Видели? Какая здоровенная. Да ее и не поднять. Да ее, девочки, и не поднять. Она даже о, на плете висела, оторвала. Ой. На плете висела, оторвала. Ну, я, девочки, села за сараем немножко посидеть, передохнуть. Сейчас у нас 7 часов вечера, поднялся ветерок, здесь тенечек. Красота, красотень. Кошка бегает по огороду, мышей ловит. Сейчас вам покажу. О, видели красавицу? Бежит, бежит, мышей ловит. По всем огородам, девочки, бегает. А потом мышей нам ловит, приносит и сама их не ест. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, Юлька. Юлька, иди сюда. Кс-кс-кс. Ветер поднялся у нас, девочки, какой-то. О, красота. Бежит. Где ты шлялась? Что искала? Ну, что ты нам скажешь? Что ты скажешь нам? Кого ты ищешь? Что ты ищешь, Юлька? Боится. Что ты ищешь? Мышей ищешь, да? Ловит мышей, приносит, но сама их не ест. А бросает, во. Полетела. Куда полетела, не пойми. Я уже говорила, столько мышей у нас было на огороде, когда муж косил траву. Ведь картошка у нас в траве была, мы же ее не пололи. Как посадили, так на огороды больше не ходили. Мыши развелись. А теперь кошка их ловит и вылавливает. Но я пошла, моя красотулечка, на промыслы. Мышей искать, ловить. То крысу, то мышь принесет. Кротов ловит, ящериц и птичек. Охотница. О, полетела. На соседский огород сейчас пойдет.